Ребята, знакомьтесь, это Джон Гарвард, основатель Гарвардского университета. И, как там сказал Чарльз, у него золотые ноги, на самом деле ноги не золотые, на самом деле ноги лапали миллионы туристов по всему миру. Просто оцените количество лапающих ноги туристов. Вот просто такое вот их количество. И все хотят полапать ноги Гарварду. Я тоже полапал ноги Гарварду, так что и... Прости меня, мужик. Я не хотел. Нет, я хотел.